Всем привет, ребят. Ну что, настало время разбирать наш нубосклад, скажем так, в кавычках. Мы на английском сервере. Обнова у нас, в принципе, прошла удачно. Я вам уже показывал, в принципе, все с обновы. Единственное, осталось дождаться нового героя и новой локации. Все остальное, в принципе, вы уже видели. Не знаю. Сегодня мы будем чистить этот склад. Я вам сейчас так изначально покажу, что на нем есть. Книг можно сделать намного больше. Слизни, как видите, копятся. Кулаки. Ну, в принципе, уже будет копиться все до 50 тысяч. Скины. Такие вот у меня скины есть. Разные. Одних больше, одних меньше. Расходники, камешки. Как раз камешков здесь, наверное, меньше всего, там на китайке и на русском сервере намного больше. Так, что такое еще? Карты, коробки, кристаллики. Канадский саммит карт что-то мало. 400 рун есть, этих там тоже уже немерено, я уже перекачиваю разные таланты, коробки, которые многих удивляют, откуда столько коробок, я кулаки на них сливаю, 200 штук за миллион, вот, можете посчитать. Ну и с акцией, конечно же, вот таланты, новый талант есть, эти таланты коплю смотрителей, будем, когда выйдет уже локация, откроется, будем. Коробочки такие вот есть, камешки, меньше всего это вот улучшение камня, улучшение прорыва, и пошли дальше герои. То есть, ну, героев тоже здесь не особо много, потому что я на этом аккаунте не ролю, так как на русском ролил. Все проще так забрать с рынка. Так, вот такие вот есть уже пирамиды, то есть, ну, куча ресурсов, куча разных итемов, все что хочешь. Также куча, давайте зайдем сюда. Будем сейчас открывать, просто смотреть, что у нас было. Тут куча эмблем разных есть. Ну, давайте так, пятерок у меня там некоторых лишь хватает. Там в основном шестерки. Тоже, как видите, немного я их переделываю сразу же там, либо на семерке, либо на восьмерке. Восьмерок вроде на героях половина расставлена. Осталось здесь в алтаре, то есть вот так вот. Ну, поехали, будем начинать открывать ресурсы. Сейчас посмотрим, что там у нас интересного есть. Но эти карты не буду трогать, давайте эти пооткрываем. Или давайте сначала сундучки посмотрим. Вот мой нубоскладик, скажем так, открываем изначально. Так, что тут у нас такого интересного? Давайте вот эти откроем, поубираем сразу же ненужные. Можно подать. Вот. Вот такие вот ресурсы. Я их недолго копил, честно говоря. Ну, все не открывалось, потому что у меня был перелимит. Сейчас уже настал момент, и можно пооткрывать. Питомцев я открывать не буду, потому что это будет долго очень. А вот эти вот сундуки, вот первые, с которых там падают. Ну, что тут интересная коробка, самая интересная. Думаю, для многих. Поехали их откроем, посмотрим, сколько коробок с 30 упадет. Одна. Кстати, одна на 3. Ну, в принципе, неплохо. Так. С этих падает, тут у нас побольше сундучков, со вторых, тут, конечно же, восьмые неплохо, кубовая сила тоже неплохо, но поехали, их 600, долго мы будем сейчас их открывать, ну и плюс карты падают, в принципе, тут все расходники хороши, посмотрим, сколько нам там нападает. Потом зайдем, посмотрим ресурсы. Если есть среди вас статисты, напишите, сколько чего осталось. Я, в принципе, так бегло показал. Самое основное можете показать. Ну, как видите, здесь падает все. То есть с 10 сундуков можно вытащить самое такое топовое. В принципе, плюс-минус. Даже он по 2 грубых силы падает.
Неплохие такие итемы. Русскому серверу скажу, до этого очень-очень далеко. Такс. Наконец-то закончили. Поехали, так бегло просмотримся. Здесь немножко добавилось. Тут еще такого интересного было. Камешки, ну уже 500. Сразу заметно, да, прирост. Так, ну эти камни повырастали, тоже стало намного больше. Грубая сила, 47 штук. Так, что там еще такого интересного было? Карты третьи пооткрывались. Хорошо, поехали дальше. Давайте вот это откроем. Так, третье. Ну, тут красные уже кристаллы падают, тоже карточки по две, синие кристаллики. Это самое такое отсюда топовое. Поехали, тут 84. Ну и карты смены, как видите, по 30 с 10 падает стабильно. Вот так вот. Так, ну давайте пооткрываем вот это, посмотрим, сколько отсюда камней упадет. Посчитаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Было у нас 400, сейчас в принципе так увидим. Ну 410, ну я скажу, фигня по сути. Реально маловато упало. Так, ну давайте вот эти четвертые подкрываем. Тут уже падает по 5 коробочек, в принципе неплохо. Для тех, кто любит статистику, этот видосик будет очень полезным. Поехали. 920 сундуков. Да, отсюда хотя бы камней не падает на смотрителей на будущее. Хотя я не знаю, когда их сделают дальше. Но, как видите, отсюда уже и красные падают камешки. Ну а пятая там уже на прорыв падает. Я их не открывал, потому что у меня всегда был перелимит книг, поэтому оно все купило. Сейчас настал момент, и в принципе. Ну, смотрите, как СО падает. Неплохо. Плюс рвение падает у Мунками. Но СО, думаю, тут поинтереснее. Ну и пакты падают. В общем, падает все, что надо. Посмотрим, что у нас потом в итоге получится со склада после открытия всего этого. Сидишь себе, вот тоже удобно сделали, открыл и смотришь, читаешь статистику. Интересно, какой ресурс у меня первый перейдет в перелимит. Наверное, все-таки опять же книги. Так, хорошо, смотрим.
Что у нас 44 карты стало, давайте их пока оставим, подкупим. Так, ну тут такое упало. Поехали дальше, чистим лучки, открываем, смотрим, какие шансы отсюда на талантике. Так, ремка одна, ну седьмая водушки есть, вторая, третья, три ремки, ну такое себе. В принципе, довольно-таки неплохо. Вспомните, сколько, как раньше, нам было сложно достать ремку. И как это сейчас. Так, хорошо, поехали. 260, ребята, вот таких вот сумочек. Посмотрим. Ну, вы смотрите, запоминайте, там, не знаю, пишите, смотрите, какие вариации, что вас интересует. Пишите в комментах, ну... Для меня это просто расходный ресурс, который я вам показываю. Кто может отсюда выпасть, что хуже падает, что лучше падает. В общем, будет что покачать. Так, окей, с этим разобрались, поехали. Открываем восьмое. Психощит, психощит, ремка. Жесть, конечно. Ремка, ремка. Да уж. Подумал когда-то, что психощит будет стоить 8 копейки. Не пятый, а 8, ребят. Так, ну, в принципе, с такого вроде все пооткрывали интересного. Давайте теперь пересмотрим ресурсы книг. Ну, в принципе, 1005 мы добавили, где-то так у меня было 6 или 7. То есть прибавочка есть немножко. Слизней добавилось, тоже так неплохо, на 90 лямов уже. Так, что тут такого еще интересного? Кулаки-то, в принципе, не особо. Камешки подобавлялись. Посмотрите, поскольку камешков стало. Так, интересно. 21 тысяча уже кристаллов. Красных кристаллов выросло. Почти 5000 коровок. Тоже неплохо. Так, по таланте компакты. Пакт Хесо. Офигеть. Так, эти коробки тоже нападали. Вот кристаллики. Смотрите, сколько кристаллов стало. Это жесть, ребят. По ресурсам, конечно. Я даже не знаю, какой сервер будет догонять Твинк. О, 40 яиц есть. Отлично. Вот это, кстати, интересно. Может, сейчас хоть питомца выбьем. Так, сольем. На удачу. Потом пойдем еще посмотрим на то, что у меня есть по... Блин, что-то не хочет он падать. Что у меня по эмблемкам стало? И изменения там семерки, шестерки, восьмерки. Не хочет. Вот, наконец-то мы его вытащили. Пенек, вот так он называется здесь. Не знаю, такое себе название. Так, окей, поехали, смотрим еще сюда.
Эти сразу шестерки. Ну, шестерок там немного мы открыли, поэтому тут ничего интересного нет. А вот семерок тут должно быть 78 бывашек, ребят. Ремок, кстати, не так уж и много. Ладушки, басты, исцеление, СО. Но эти талантики оттуда не падают. Ну, восьмерок тут тоже должно вырасти в разы. Так, 31 ремка. Тихие щиты. СО, посмотрите сколько. Ну вот как-то так, ребят. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока. Вот такой вот у меня нубосклад теперь.